Всем-всем большой привет! Продолжаю я свой сериал на тему «То, что я беру с собой на море», и он продолжится уже на самом море, на отдыхе. Как он проходит, возможно, будут влоги. Единственное, девочки, я не знаю, будет ли там достаточно интернета, ну, будет ли он тянуть настолько, чтобы я могла загружать ролики там. Но если получится, буду вести и оттуда какие-то съемки, может, не очень большие, но будут. А так, если что, привезу с собой и уже по приезду покажу, как дела обстояли там. Сразу хочу сказать спасибо огромное по первым двум роликам. Много девочек написали, многие дали советы, что лучше брать, чего не надо брать, что лишнее взяла, что не добрала, что нужно выложить и что доложить. С одной стороны, огромное спасибо, но с другой хочу обратить внимание на комментарии, на категоричные. Некоторые девчонки судят прям вот строго: я это эталон, и ты должна сделать так, как делаю я, и тогда будет тебе счастье. Девчонки, мы все разные. Те, кто пишет, что категорически не нужны тебе маски, это такая ерунда, которой никто не занимается. Но может быть, у одних жирная кожа и на солнце течет, у других сухая кожа, и она обезвоживается на солнце. Все мы разные. Ну, положила я эти 6-8 масок. Ну, и пусть они лежат. Понадобится, значит, понадобится. Не понадобится, ну, значит, привезу их обратно. В конце концов, не такая это уж и тяжесть, чтобы я вот прямо буду умирать, тащить эти вот тряпочные тканевые маски. Поэтому давайте мы категоричность уберем и будем более лояльны. Мы все разные. В отношении декоративной косметики я согласна, там лишние помады. Но если я решила взять декоративку, значит, она мне будет нужна на юге. Многие живут на югах. Я не Египет имею в виду, а наш юг, он пусть жаркий, но там есть люди, которые живут, делают себе макияж и все равно ходят красивые. Мне нужен макияж, когда я хочу фотографироваться, когда я хочу, вы же просите влоги, например, то есть ролики снимать, я хочу быть достаточно хотя бы выглядеть привлекательной, а не с красным облезлым носом от солнца. Поэтому, ну, решила я взять декоративку, но пусть у меня будет эта косметичка. Не надо быть категоричными. Ну, это мое мнение. Ладно, если не пригодится, опять же, ну, не покрашусь я одними тенями, ну, невелика тяжесть, чтобы я ее там не донесла в одну или в другую сторону. Так, сегодня я все к чему? Я вам сейчас украшения буду показывать, чтобы опять сознание никто не потерял от того, что вам покажется, что много. Я там планирую, еще раз говорю, делать влоги, что-то снимать руками. А руки вот у меня сейчас идут. Для меня это голая рука. То есть мне нужно обязательно ее чем-то украсить. А чем я буду украшать, я вам сейчас покажу. Поэтому, если что-то лишнее, ничего страшного. Я это донесу. Если вы переживаете, что колесики оборвутся, и моя косметичка развалится, и все 20 килограмм, которые я беру, ну, по вашему представлению, рассыпятся, ну, значит, вот у меня такая вот будет беда в дороге. Ну, я думаю, я дотащу. От Mary Kay у меня есть вот такая класснючая, просто класснючая, не знаю, как шкатулочка, косметичка, как это назвать. Она очень компактная, тут, кстати, даже написано, вот, видите, Mary Kay. Это подарок, замечательный подарок, которому я дико рада. Давайте я вам покажу браслетики, потом колечки и сережки. В ней уместилось все. Браслетов, наверное, всех больше, потому что обожаю на загорелых руках браслеты. Самый тяжелый у меня вот этот, мне Ксаночка из Америки только-только его прислала. Он мне чем понравился, что он, кажется, такой прямо летний, такой он позитивный. Он, конечно, тяжелый, железный. Я знаю, что на солнце многие сейчас скажут, будет жарко и горячо. Но, может быть, я одену его для фотографий. Вот одену и буду у куста роз фотографировать свою руку. Ну, я не знаю, но вот хочется мне его взять и вместе с ним, чтобы был он со мной. Вот такие вот красивые тут эти. Вот этот браслет мне сделала моя сестренка. Я бы хотела тоже с собой взять. Мне кажется, он такой прямо классненький. Тут разные камушки.
такой он как под старину прямо сделан. Вот эти два браслета, они не для жары. То есть это вот исключительно так, вы знаете, ролик снять. Просто опять же, видите, маникюр какой у меня. И вот эти вот браслеты подходят под такой маникюр. Вот эти исключительно для роликов, но не для жары. Потому что эти бусины, они идут как типа покрытые чем-то, что плавится на жаре. Поэтому они не подходят. Ну и естественно, вот моя любимая слоновая кость. Тут агатики белые, а вот эти вот темные, это слоновая кость. Не знаю, искусственная или нет. И забыла, как называется вот этот камушек. Родонит, кажется. Вот его тоже беру. И мой один из любимых браслетов, его делала Катюшка Путякова. Катенька, спасибо тебе большое. Обожаю этот браслет. Это самый, мне кажется, прям летний, красивый. Вот Катюшка мне его делала, присылала, я его... С огромным удовольствием ношу летом. Так, столько браслетов. Серьги. Сейчас тоже покажу. Сережек у меня тоже немало будет. Может быть, что-то выложу. Сейчас покажу, подумаю, да выложу половину. Три неинтересно показывать, покажу много. Первые это вот такие шарики. Это самодельные, вязаные. Вторые тоже самодельные, из полимерной глины. Делала не я, а мастера. На заказ. Такие. Вот такие красивенные сережки. Жанюля мне подарила. Очень красивые, прям люблю их. Так. Ну вот они, родонитики к браслету. Так, это Жанюлина. Вот такие серьги классные. Леночка Никандрова мне подарила. Такое же будет колечко. Они не одинокие будут. Так, родонит. Это серебро. Стразы тут Сваровски. Кристаллы. Не так давно тоже приехала ко мне. Очень-очень люблю вот такие красивые серьги. Оленька мне подарила. Прямо обожаю вот эти серьги. Из Тюмени ко мне приехали. Так. От Оксаночки Поц. С Америки недавно приехали серьги. Ну как их не взять? Посмотрите, какая красотень. Тоже Сваровски. Девчонки, огромное-огромное вам, конечно, спасибо. Так, наверное, я тут что-нибудь забыла. Да, чувствую, одной сережки не хватает. Это вот такая. И, по-моему, еще должна быть одна. Да. И вот такая. Парочки. И на Алиэкспресс когда-то давно я заказывала. Это позолота. Очень люблю я тоже вот эти вот сережки. Может быть, сейчас половину выложу, может нет. Может так все и повезу. Буду каждый день чиститься. Опять же повторю, девочки, я не буду в море в этом плавать. Но 20 дней каждый вечер я буду что-нибудь на себя одевать и радоваться. Это первая моя поездка на море, но дайте мне поукрашать себя, порадоваться. Пусть даже будет что-то лишнее. Не переживайте, я дотащу. Одна единственная цепочка, которую я беру, это тоже подарок от Оленьки из Тюмени. Это вот такой вот комар красивенный со стразой под серебро. Вот такой вот красивый-красивый. Будет жужжать со мной. Ну и колечки сейчас я так вот по-быстрому вам покажу их. Все. Так, так и вот так. Четыре, да, и вот пятое. И вот такое пятое. Колечек всего 5. Все они будут меня радовать. И время от времени ездить со мной. Все. Сборы я больше показывать, наверное, не буду. Уже, наверное, следующее, что я покажу из поездки, это саму поездку.
А до поездки еще будут на канале пустые баночки. Возможно, еще один ролик будет с подарками. Но не факт, не знаю еще точно, успеет доехать или нет. Эйвен, к сожалению, не будет. Я не буду рисковать заказывать. Просто я уезжаю в понедельник, и Эйвен, возможно, привезут в понедельник. Я могу просто не успеть это сделать. Тем более, если даже я успею получить, я не успею в любом случае снять. Поэтому в понедельник мы уже уезжаем, и рисковать не буду. Ну и у меня нету в любом случае денег сейчас на заказы Эйвен. Я даже заказы не стала собирать, набирать, потому что сами мы едем, как мне девочки написали, что ничего с собой не бери, там все купишь, возьми много-много денег. Ну, девочки, если бы я могла взять много-много денег, но у меня нету такого ящика, в котором бы у меня лежало много-много денег, из которого бы я несколько горстей набрала и поехала. Ну вот, к сожалению, пока такого нет. Поэтому мы поедем очень скромно, будем жить там скромно. И вот все, что я могу, я с собой из своих запасов взяла и буду там пользоваться. Все, давайте встречаться уже на море. Я прям в предвкушении. Всем спасибо огромное за внимание и всем пока.